счастлив, потому что у нас организаторка вот Драглеска, да, где мы сейчас все находимся, она живет в Берлине. Кстати, вот Таечка прошла тоже с организаторкой. И она, собственно, в Берлине-то все закрыто, в Германии. И они прям вот не знают, где там что выступать, потому что клубы все закрыты. А Россия празднует, в России все хорошо. И я считаю, что на самом деле это правильно. Непростая совершенно такая история соединять жизнь артиста и обычную жизнь в офисе. Ну, приходится. Самое вот главное, это, наверное, проблема в графике, когда тебе нужно вставать в 10 утра, а потом ты ложишься в 10 утра, да, и вот с этим моментом нужно что-то делать, но к этому в любом случае привыкаешь. А бурлеск, для меня бурлеск это, наверное, даже уже не вторая жизнь, а первая.